Третья реакция на сегодня. Буду снимать ее с воротником шанса. Кто не знает, что это такое, расскажу в комментариях. Шучу, конечно, не буду ничего рассказывать. Это была шутка тупая. В общем, да, я посидела, поняла, что у меня болит шея, поэтому я его надела. Купила его специально для себя. Специально для себя, для своей шеи, для своего остеохондроза, с которым я периодически маюсь. Поэтому надеюсь, что будет нормально. Вообще надо часа 4 в нем ходить, поэтому не больше. Следующая заявка, которая мне поступила на группу или на исполнителя, скорее всего исполнитель, но я не знаю. Будем вместе с вами знакомиться. Биг Бен или Биг Бан, не знаю, правильно, неправильно произношу. Кара Кызым и Сезимуши. Я закинула два варианта, потому что я не поняла. Есть лирика, походу, и что-то такое наподобие клипа. Клипа, не клипа. И все они в разные тайминги. То есть 1.4.06, 2.3.52, хотя одна и та же песня. Не совсем мне понятно. Ну, давайте попробуем посмотреть что-то наподобие клипа. Может быть, конечно, это не клип. Возможно, это просто кто-то там заснял видео и наложил эту музыку как вариант. По комментариям ничего не понятно, если честно. Ну, давайте попробуем посмотреть. Кара Кызым, 1, 2, 3. Какой-то турецкий сериал, видимо. Может быть, фильм. И на него наложили, возможно, музыку. Карасевда написано. Это какой-то сериал, наверное, «Черная любовь» какая-нибудь. Я не знаю, как любовь на турецком. На казахском «Мархабат», но там может быть совсем другая история. Какими-нибудь тюркскими народами не объединяла, все равно разные слова. Допустим, в Казахстане «Салу» это типа «пока прощание». А у них салат спасибо, поэтому... Вообще, возможно, их так же, как славянские народы сталкивали лбами, так и тюркские народы сталкивали потом лбами. Ну, кто вы знаете, что там вообще история была. Вся история переписана уже на 100 раз, и никто не знает всей правды на самом деле. Скорее просто музыку наложили, мне кажется. Это точно не клип, это значит. Я не смотрела этот сериал, если честно. Я смотрела несколько турецких сериалов, сейчас смотрю один. Господи, ты же забыла название. «Моя левая половина» или «Моя левая сторона» сейчас смотрю. Они по-разному просто переводятся, название везде по-разному.
А так тут пересматривала «Постучись в мою дверь» с моей любимой актрисой Ханда Эрчо, если кто не знает. Может, можно сказать, единственная моя любимая актриса вообще в этом мире. Нет таких актрис, о которых я сказала, о, это моя любимая актриса, вот Ханде, это моя любимка. Так, стоять. Давайте посмотрим все-таки, раз уж там тайминг другой, 4.09, еще посмотрим. Ну, тут сделано в Киномастере. Я не знаю, где оригинальная версия. Если вы хотите услышать что-то оригинальное, какую-то версию, раз, два, подождите. СТП. Мышка тупит. Обожаю, да все. Ну, в кавычках, конечно, не обожаю. Так, вот это я скачала или не скачала? Вот это уже вопрос из бронхов. Да уж, не из легких. Так. Да, скачала. Но сейчас скачаем еще другую версию на 4 минуты. Еще раз эту песню прослушаем. Тут я больше, конечно, на картинку смотрела, чем на исполнение. Но песня неплохая, мне понравилась она. Как звучит, там и рэп есть, и лирика. Еще раз. Раз, раз, два. Блин, мышка. Давай ты не будешь скакать. Раз, два, три. Она прям вот так вот уползает. Я хочу нажать, она уползает. Не знаю, что с моей мышкой происходит. Может, ей коврик нужен просто нормально. Здесь нет картинки, поэтому ничего не будет отвлекать от музыки. Другие
какие-то неприятности на работе. Извиняюсь, отвлеклась. Надеюсь, все обойдется. Потом отпишется мне, надеюсь. Вот так вот я всегда в реакциях. У меня реакции, да, самые искренние, потому что я черти что вообще в них могу делать. Так, погнали. Теперь аудиолирику слушаем. Подождите. Ничего не поняла. Тоже же Биг Бен, Сизи Мушин. А мне тут почему-то Газисхан Шекербеков выходит. Ничего не поняла. Давайте еще раз поищем. Название скопируем, просто вставим и добавим Биг Бен. Ну, по крайней мере, в заявке, по-моему, так было. Почему у меня высветилось совсем другое? Так, английский. Где у нас английский? Биг Бен. Найти. Сэмшин Жалганмын. Вот эта песня, что ли? Честно, вообще непонятно. Все еще в кадре, все как обычно. Ничего не понятно. Ну, давайте вот это возьмем. Я потому что закинула такая себе и прям искренне верила, что это и есть Биг Бен, а оказалось нет. Газисхан. Я не знаю, может быть, это один и тот же исполнитель, просто YouTube так... Алгоритмы YouTube еще так, что такие типа... А какая разница? Вот, пусть он будет Биг Беном. Большим Беном. Но не факт. Блин, ветер еще сильный за окном. Возможно, его будет очень хорошо слышно. Ну, давай уже грузись. Ладно, что-то не хочет грузиться. А, нет, все, наконец-то загрузилось. Не пришло и куда скачать. Вот, пойдем слушать тогда. Я, оказывается, не то сохранила, получается. Ладно, погнали, раз, два, три. Ну, там просто Сенушин было написано. А тут Жерал Ганмын. Еще дальше продолжение. Короче, скидывайте ссылки, пожалуйста. Если вам нужно... конкретного исполнителя, просто скидывайте ссылку на эту песню. Музыка очень приятная. Ласкает слух. Мендік жүрек тұлмайды сағыныштан, сенді жүрек тұлмай. Сағындым жанарыңды, түйілген қабағыңды. Мен үшін жаралғаным, сен үшін жаралғаным. Сағындым жанарыңды, түйілген қабағыңды. Мен үшін жаралғаным, сен үшін жаралғаным. Сағындым жандарыңды, түйілген қабағыңды. Мен үшін жаралғаным, сен үшін жаралғаным. Сағындым жандарыңды, түйілген қабағыңды. Мен үшін жаралғаным, сен үшін жаралғаным. Я, толқынды тепкен жайық, секілді сенің қасыңда маң. Почему голос такой знакомый? Да, надо вспомнить. Такое ощущение, как будто я его знаю. Это Маша Бусь, вообще-то другой человек. Просто голоса похожи. Мен сүйгеннен кейін жыбырлайтын перле. Бұлғым келеді гүл кәрбір келген күніңе. Тек күлімде, тек түніңе. Сағындым жанарыңды, түйілген қабағыңды. Мен үшін жаралғаным, сен үшін жаралғаным.
Особенно рэп-партия, рэп-часть, особенно, мне кажется, очень похожа на одного человека. Я не буду гадать, на самом деле, вдруг окажется, что это вообще другой человек. Не хочу опозориться. Такой рэп знакомый, прям жестко. Так неудобно в воротнике, но что поделать. Очень приятная песня. Мне вот эта песня больше понравилась даже как-то. То я, несмотря на то, что прослушала дважды, или сколько раз там ее прослушала, она вроде тоже неплохо звучит. Красивое звучание, красивое исполнение. Но вот эта песня мне почему-то больше даже зашла. Не знаю, по какой причине. Может быть, больше коснулась меня как-то. Несмотря на то, что была на казахском. Да. Что я хотела еще сказать? Что-то хотела сказать. В общем, очень знакомо звучит, прям очень знакомо голос человека, который исполняет. Просто когда набираешь Big Bang, просто Big Bang, без обозначения песни, выходит Big Bang из 91, все, оговорки по Фрейду, видимо, 91 обо мне вспомнили, что-то вдруг решили реакцию посмотреть. Нет, из корейской индустрии. Кей-поп, Big Bang, те самые, G-Dragon, там, не знаю, кто еще там у них, Сырник, Сынни. Вот эти ребята, короче, у меня почему-то вылазят, когда набираешь Big Bang. Ну, Big Bang'ом в основном они... я так вижу какую-то картинку Big Bang. Может, это он? Ну, тогда я его не знаю точно. Вот тут Биг Бенги все пошли. Причем микс Биг Бен написано, а выходит G-Dragon со своими картинками. Я такая просто... Супер. Супер. Почему? Биг Бенг-то бэнь-бэнь-бэнь там внизу. Ладно, не суть важно. В общем, вторая песня мне больше понравилась. Не знаю, по какой причине. Не могу сказать. Вы мне скажете, о чем, собственно, так голову еле повернула, блин. Просто вы мне скажете, о чем песня, а я вам скажу, почему она мне понравилась тогда в комментариях. Вот. Не знаю, почему она мне больше понравилась. Там мне тоже понравилась. Не сказать, что мне она не понравилась прям. Она тоже прикольная по звучанию. Единственное, только я не совсем поняла, почему мне в предложке выходят совсем другие песни, а не то, что нужно. Это, конечно, очень странно, почему Газизхан вышел. Потом окажется, что он есть оригинальный исполнитель, просто я ничего не понимаю в казахской индустрии развлечений. В общем... Спасибо за на 20 минут. Там две песни, а нет, ну, получается как три. Три ролика получается на 19 минут. Всем пока.